Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы будем убегать от маньяка-тролля в Майнкрафте в статуе аниматроника. Да, ребята, всем привет! И смысл данной рубрики заключается в том, что один из нас станет маньяком-поджигателем, который должен будет убить всех остальных игроков и поджечь вот эту вот статую, которая находится сзади нас. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, что вы поддержите нас в этот раз лайками, и мы будем продолжать снимать втроем, и будем продолжать снимать именно эту рубрику, ну, естественно, если она вам понравится. И также пишите в комментариях свои идеи, в какой следующей статуе нам стоит продолжать снимать. Ну и, собственно, мы начинаем. Приятного просмотра. Ну что, ребята, сейчас мы будем выбирать, кто у нас будет троллем. Игорь тут парился 2 месяца, строил вот это чудо природы новое, вот эту махину. Поэтому я такие ростовые системы, тут... что вы просто офигеть. Ой, я даже не знаю. Так, я первый нажимаю, Так, кто хорошо, будет троллем? Тролль это красный, да? Хорошо. Да, тролль это красный. Опа! Я, конечно, зеленый. Да, Игорь, стой, сейчас выстрелю, главное, чтобы в лицо не попало. Красный! Или у нас будет поджигатель маньяк. Так, Жека. Там слишком много кнопок нажимать надо. Да помню. Все, Жека, пошли. Все, давай. Ну смотри, ты тут готовься, у тебя тут уже есть запасы. Помогите. У нас тоже есть запасы, Эдисон. Давай тоже возьмем наши запасы. Да? Я уж не видел. Прикольно. Я не могу понять, что надо делать, как использовать эти... Ну все, короче. Да. А мы пока пошли прятаться. Мы полетели, давай. Ну что, ребята, мы с Жекой появились в самой башке этой статуи. Игорь, он тоже тут. И, короче, задача Игоря — сбрось нас в самый низ, самый днище. Только он не может нас бить, он нас может только поджигать или взрывать, а ты меня, Игорь, уже ударил. Короче, он должен спалить вот эту статую, что-то такое. Слушай, а если я случайно вас, это, ну, типа, у меня есть тут одна штука, видите? Не-не-не-не, ты... Давайте на счет 3, короче, начнем. Давай. Да, давайте, раз. Нет! Ты! Игорь, ты под ноги должен стрелять! Он бежит за нами, нас все взрывает! Да, где вы, говно? 4-4, Жека, убегай! А что там, что-то взорвется? Да, он там, смотри, C4 на полу, 4 штуки! Жека, я не могу быстро бегать, почему? У меня слишком тяжелые доспехи, помогите. Нам посрать вообще, нам посрать, Игорь! Жека, держимся вместе! Ой, есть всякие разные тени. У Игоря есть чары. Ой-о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 й
на всякий случай. В смысле, где вы, говно? Мне кажется, Игорь сам что-то... Жек, осторожно! А, Сына, стой, говно, сейчас тебе подожди. Нет, только не РПГ, Игорь, только не РПГ, пожалуйста. Я спасу тебя, Эдисон, я тебя спасу. О, не попал. Подожди, стой. Жека, иди сюда, стройся наверх, давай быстро. Давай, Жека. Иди сюда ко мне. Ай, упал. Ай, я тоже упал, Жека. Так, Жека. Я застрял в блоках, Эдисон. Где вы, жопа? Давай, Жека, я не могу понять, я телепортирую, потому что застрял в блоках. Да, быстро. Держимся тут. Опа, привет. Привет. Жека, почему я реально быстро бегать не могу? О, побежал, посмотри. У тебя в настройках сам сделай. Ой-ой-ой. Меня пошёл. Нет, я упал. Беги, Дизайк. Жека, я упал, нет. Так, как мне залезть обратно? Поверни меня, бегай, алло, я не могу понять, что происходит. Жека, я опять наверху, Жека. Все нормально. Ай! Жека, беги. Значит, сейчас я, короче, быстренько тогда подключить это. Да что ты делаешь, говно, огонь, ну поработает против меня. Ты статуя очень огромная, поэтому нам тут... Ой, да, у нас просто офигеть, как много этажей, поэтому... Где вы, говно? Ага, вижу. Да. А я быстро просто... Не, Игорь, не. Ай, упал. Шуер, дебил. Так, подожди. Ай, не, только не РПГ, Игорь. Так, подождите, мне нужно оружие, стойте. Жека, Мне нравится РПГ. Буду, короче, его юзать. Так, Жека, я ниже упал. Ай! Жека, я сейчас вообще нахрен упаду куда-то, непонятно. Я еще жив. Ты где вообще, Жека? Жека, ты... Он за... Жека, он на меня охоту открыл. Ненормально. Кстати, тут у нас есть лестница. Дорогие друзья, сейчас я буду подниматься по лестнице, она на нас... Дайте я передохну хотя бы немного. Игорь, отстань от меня. Просто объясни мне, что происходит. Игорь на меня охоту прям открыл. Игорь, иди в баню. Я не знаю, Жека, ты где? Я спрятался. Привет, Игорь, привет.
ЖКС. Ой. Ой, подожди. Косожопый, косожопый, косожопый. Так. Ой. Ааа, спалил меня! Спалил меня! Да, блин! Почему я падаю больше, чем вы? Я не могу понять! Я бегу, я на помощь бегу к тебе. Жека, ты где? Дядя, куда ты упал? Я его скину! Я в паутине застрял! Нет! Жека, беги! А ты где? Я наверху! У меня кончились патроны на базуке, что делать? Так, Жека, давай прыгай сюда, давай наверх! Так, сейчас я вам тут буду устраивать ловушку. Куда? Так. Смотри, взрывает, что-то там взрывает. Сам упал. Выйдите меня отсюда. Я еще ниже упал. Ты куда? Че все горит, мне это не нравится. Статуя горит. Так. Все под контролем. Это не напарник, я согласовал все действия. Сейчас я... Нет! Это не огонь, я ничего не вижу. Я говорю, Жека, спаси меня. Да вы задрали, я вас не вижу, вы где? Я тут, Сережа, ты где? Понимаете, я должен быть тролль, а не вы. Мы вот спрятались. Ты не с ними связался, Игорь, ты не с ними связался. А как эта хрень кидается? Не знаю. Детектор связи. Правая кнопка мышки. 4, да? Ооо. Жека, привет, я тебя вижу. А ты где? Вот я прыгаю, за тебя. За тебя снизу! Ааа! Да, тут что-то взрывает! Ладно. Это ты взрывает себя! Игорь, ты поджигай тут все подряд! А то мы просто стоим и... У меня тут и так все горит, у меня сейчас вообще жопа происходит. Он поднимается. Я вижу, смотри. Он поднимается! Пускай поднимается. Где вы? Не знаю, не гори! Не гори, Жека, где ты? Вот мне прям интересно. Ну это не честно! Так, дайте мне автомат, я убью. Дайте мне автомат, дайте мне автомат. Я вообще слишком внизу. Так, короче. Жека, ты меня видишь. Смысл, Игорь, ты охренел! Жека, спаси, он не по правилам играет. Какого правила? Жека, спаси меня, спаси меня. Я тут С4. Так, я сейчас дохну, честно. Меня убили. Да? Да, я сейчас подожду, я сейчас наберу. Игорь меня убил. Эх ты, Игорь. А как мне вниз сейчас спуститься? Алло! Не, ничего не получается. Сейчас я могу. Да говно жопа, я не могу понять, почему меня лагает Майнкрафт, это сраная лава. Все поломалось. Алло, уходите. Вытащите меня отсюда, кто-нибудь, мне не нравится эта игра. Сейчас, подожди, Игорь, я сейчас оденусь, я тебе помогу. Не надо, нет, не надо ничего помогать. Жека, пожалуйста, ты мой друг. Паутина, говно, жопа, помогите. Ко мне не тпхаться, как Игорь делает. Хорошо. А где вообще Игорь? Игорь, мы теперь с тобой заодно. Где он? Так нечестно, мы вдвоем, я сам. Я к Игорю телепортируюсь, чтобы это... Ну, я тебе хочу сказать, как-то я хоть там вы были вдвоем, я сам, вообще ничего не получалось. А где он? Я не знаю, мне кажется, слишком высоко. Ну, я думаю, что мы-то сильно не прячься. Хорошо. Я вообще не могу заметить. Хорошо. Я тут бегаю, смотрите на меня, алло. Так, я видел его фуражку, он где-то был здесь. Так, я, короче, поплыл по лаве, я не знаю, где он. Прикольно, поплыв по лаве. Жека, не. Меня бить нельзя, что ты меня бьешь, алло. Я тебя как бы не бил, алло. Тут везде лава, куда мне дальше, алло? Тут а так... мне можно телепортироваться к Жеке? Можно, ко мне можно. Так нечестно, тут везде лава. Что мне делать? Я вижу его, беги за ним. Нет, отстаньте от меня. Я упал. Так, отстаньте от меня. Беги за ним. Меня бить, чё меня бьёте? Нет. Я тоже. Я его взорвал, да, ура! Ребята, вы просто посмотрите на это. А мы, кстати, уже у ног оказываемся, да? Да. Да. Я спустился самый низ. Вы просто на это посмотрите. Это просто охренеть. Мне кажется, Чику немного она приуныла у нас. Ну, короче, я когда ел горох, ну, гороховый суп, меня тоже так распирало. Кфу. Чё было сначала и чё сейчас? Я кушал гороховый суп когда-нибудь в столовой. Ой, ну это было весело, мне понравилось. Да, прикольно было. Ну что, ребята, вот подошла к концу эта серия. Если вы хотите больше тролля-маньяка, то ставьте большие пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос. Чем больше лайков мы сможем брать, тем больше серий будет выходить.
И, ребята, мы очень старались, строить эту карту, поэтому мы надеемся, что вы эту рубрику оцените, и благодаря вам мы запишем еще несколько серий. Да, всем привет и всем пока. Надо писать комментарии, в каких статуях нам в следующий раз проводить вот эту вот непонятную штуку. Да. Я вообще не понял, что происходило. Вот это да. Я, конечно, бы поделился впечатлениями, но у нас эфир кончается. Всем большое за просмотр. Да, ребята, всем спасибо, всем удачи и всем пока. Покидываю.